семье Денисовых каждый год ставят только живую елку. Говорят, и детям радость, и настроение праздника на все выходные. В середине января приходит время убирать украшения и выносить новогоднее дерево. После Нового года елки выкидываются, и хорошо, что появились такие площадки, куда можно прийти и выкинуть елочку, зная, что она еще обретет какую-то вторую жизнь. Акция «Подари елке вторую жизнь» проходит по всему Подмосковью. Отслужившую ель можно отнести на специально оборудованные пункты, оформленные в едином стиле «Зима в Подмосковье». В Одинцовском округе работает 11 таких площадок. В городе Одинцово организовано 2 таких пункта. Один находится по адресу улицы Маршала Бирюзова, дом 8. Второй в микрорайоне Трехгорка по адресу Кутузовская, дом 1. Там автомобильная парковка. Значит, такие пункты призваны для того, чтобы собрать елки, отслужившие уже и которые пора выкидывать, не в контейнеры для коммунальных отходов, а в специально отведенные места, откуда они отправляются на вторичную переработку. Хвойные деревья относятся к крупногабаритному мусору. В обычные баки они просто не помещаются. И зачастую жители устраивают возле них настоящие завалы. Пункты по сбору решают эту проблему. Но самое главное, древесина прекрасно перерабатывается и используется для других нужд. Елочки будут отправлены на комбинат. Из них будет сделана щепа, и эта щепа будет добавляться в грунт, который также потом будет использоваться для высаживания елок и зеленых насаждений на территории нашей Московской области и, в частности, Одинцовского округа. Главное – не забыть снять с елки новогодние украшения и сдать свое дерево на специализированный пункт. Тогда наш город останется таким же чистым и красивым, как в новогодние праздники. А елка принесет не только радость, но и пользу. Пришло время и мне попрощаться с моей новогодней красавицей, которая радовала мою семью в празднике. Надеюсь, что она тоже отправится на переработку и обретет вторую жизнь. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».